Телеканал КРТ представляє. Вітаємо вас в програмі «Хто за нами стежить» на телеканалі КРТ. В цій студії ми з'ясовуємо рівень зацікавленості іноземних ЗМІ Україною та задаємося питанням, чи знаходиться наша держава в центрі медійного поля або на його узбіччі. З вами я, її ведучий Дмитро Василець, і мій співрозмовник сьогодні Юрій Атаманюк. Вітаю вас. Добрий день. Отже, переходимо до нашої першої сьогоднішньої теми. Президент України Володимир Зеленський заявив, що залучив папу римського Франциска до справи засудженого в Італії за вбивство журналістів-неонациста Віталія Марківа, аби домогтися його звільнення. Про це український голова держави написав у своєму твіттер-аккаунті. Цікаво, який важіль впливу застосував Зеленський, аби підключити найвпливовішого світового релігійного лідера та суверена Святого Престолу до звільнення вбивці, засудженого італійським судом. Попросити міг, та з яких пір Ватикан виконує доручення Зеленського, котрий своїй команді не може дати ради. У твіттер-дописі нічого не йдеться про залучення Зеленським понтифіка до справи щодо звільнення політв'язнів, що переслідуються в Україні. Нам відомо, що Ватикан має слабкість до нацистів. Це і контрдат з Гітлером, і навіть колишній папа з Гітлер-Югенда. Натомість Зеленський став покровителем зігуючих хлопців. Напевно, що саме це їх і зблизило. Ну, тут дуже резонансна така все ж таки новина, але от як з вашої точки зору це може бути оцінено саме італійцями і от прихильниками Папи Римського і церкви? Я би провел аналогію тут для нормального восприятия, такой сравнительный анализ. Вот два дела. Одно дело в итальянском правосудии в отношении Марківа, которое поддерживало часть общества. Активисты приезжали в том числе в Италию, устраивали там митинги. И с другой стороны, вот недавнее дело, нашумевшее вокруг Стерненко, когда за счет вот такого воздействия активного в центре города суд долго не мог принять какое-либо решение, а решение принималось, которое противоречит нормам криминально-процессуального кодекса, когда есть убийство и дают домашний арест. В чем разница? Вот нас поддерживает Европа, это декларируется. Были активисты, которые поддерживали Марківа перед итальянским судом. Прокуроры просили 17 лет. Из-за воздействия активистов, из-за беспрецедентного для итальянского правосудия, как они посчитали, давления на суд, потому что начали высказываться политические деятели Украины, общественные деятели, другие силы, то, что сами митинги. Суд Италии посчитал давлением это на себя. И вместо 17 лет, которые просили прокуроры, дал 24 года из-за давления. У нас же это давление срабатывает. В деле со Стерненко у нас картина диаметрально противоположная. Можно выйти под суд, можно жечь шины, флайеры в центре города, создавать такую опасную для общества обстановку, потому что там были и драки, были и побитые, были и столкновения между людьми, с правоохранителями. После этого ходить оскорблять генерального прокурора, оскорблять министра внутренних дел, оскорблять президента Украины и таким образом нагибать суд. Поэтому вот... Вот эти стандарты, которые двойные, сегодня мы живем в этих двойных стандартах избирательного вот такого правосудия, что один человек не может даже добиться каких-то там, женщина-одиночка, оставшаяся с ребенком, не может в суде добиться алиментов. Да? А другой, который убил, пусть суд определит, это была самооборона необходима, или это было все-таки убийство, как говорят обстоятельства дела. Я не видел обстоятельства дела, чтобы оценивать Стерненко виновен или не виновен. Но факт то, что человек погиб от его ножа, этот факт не оспаривается никем, в том числе и им. И в таком случае суд должен выполнить все необходимые процедуры и правоохранительная система выполнить все необходимые процедуры без всякого давления. В таком случае, чтобы человек не убежал,
чтобы он не влиял на свидетеля. Каким-то образом не было ничего страшного, если он 2 месяца бы был бы изолирован от общества для эффективного проведения всех следственных экспериментов, опроса свидетелей, очных ставок. Ведь мы же понимаем, что если позволяют активисты, которые ходят вокруг него, влиять на высших должностных лиц страны, то что говорить о каком-то свидетеле, о каком-то водителе маршрутки, который находился рядом, если такие же активисты приедут к нему домой и просто под угрозой смерти скажут, чтобы он ничего лишнего не говорил. То есть вот мы видим разницу в этом формате по поводу отношения правосудия. И аналогично вот такая позиция, на мой взгляд, президента к понтифику по поводу конкретно этого кейса, по которому есть решение итальянского суда, это тоже будет воспринято как давление на итальянское правосудие через вот такие религиозные связи, через возможности. И любой независимый судья скажет: минуточку, есть обстоятельства дела, при чем здесь кто-либо звонит мне. Тут должно было быть, если мы выходим на такой уровень, если мы говорим о дипломатии мировой и подключаем таких мировых авторитетов, как религиозных лидеров, моральных авторитетов мирового уровня, то нужно говорить о мире. Нужно говорить о глобальном мире на Востоке. Нужно говорить о разведении войск. Нужно говорить о полном обмене пленными без разных условий. А чому на ці теми не розмовляє Зеленський з понтифіком? Ну, з вашої точки зору? Это же вопрос к президенту и вопрос к его окружению, которое он вокруг себя создал. Те советники. Скажите, кто из окружения готов квалифицированно говорить на международные темы? У нас же вот вопросы с дипломатии, они как-то стоят в стороне, потому что на первом месте у нас сейчас экономические проблемы, на втором месте социальные проблемы, когда народ нищает. У нас острая проблема военного конфликта, беженца, зоны разграничения на востоке Украины. У нас сейчас проблема коронавируса. И сказать людям, что там у нас какие-то вопросы есть на дипломатическом фронте проблемные, людям это даже не интересно. Они считают, что это в стороне. На самом деле, если общество движется вперед, если общество проводит реформы, то эти реформы должны проходить одновременно по всем направлениям. И когда мы говорим об экономике, то без посла Украины в Китае завести инвестиции в эту страну и развивать экономику этой страны невозможно. И если там у нас же что получилось? Мы же унаследовали какой дипломатический корпус? Как он формировался? Он формировался, что бывшие коммунистические бонзы своих детей устраивали в институты международных отношений, потому что не мог туда поступить ребенок шахтера, талантливый, ну, в большинстве своем, да? Мы же помним вот эту эпоху конца 80-х, когда уже коррупция в вузах была колоссальная. И кто мог поступать в институты международных отношений? Это дети генералов КГБ СССР, это дети секретарей ЦК, это дети руководителей крупных оборонных предприятий. И вот, а в своем большинстве на 80% это были мажоры, которые знали, что такое кокс, которые знали, что такое алкоголь, которые знали, что такое вульгарная, развратная, шальная жизнь веселая. И вот из них сформировался дипломатический корпус страны, который сегодня определяет политику. Любое сильное государство на такие позиции, как посол, как дипломат в другой стране, особенно в важной стране для нашего государства, ставит фигуру такую весомую. Он может быть даже не дипломат, но это там бывший министр. Мы помним отношения, когда россиянам были важны взаимоотношения с Украиной, то кто был послом России в Украине? Целый экс-премьер-министр Черномырдин. И для него это не было, скажем так, понижением, но что он представлял государство на тот момент для их стратегического партнера. Целый премьер-министр. То есть вот таких послов нужно определять
которые заслуженных, серьезных людей в стране на дипломатическую работу. Теперь мы смотрим вокруг президента. Да, он вначале сам убедился, что сделана была ошибка с пристайка, что развалена была дипломатическая миссия. Сейчас его отправили на ссылку в Великобританию. Но что это за ссылка понижения в Великобританию, если Великобритания сегодня второй после Соединенных Штатов вот игрок на дипломатической арене? Ведь Великобритания – это 52 страны британского содружества. Это страна, которая стратегический партнер США. Это страна, которая заняла свою обособленную позицию по отношению к Евросоюзу, выйдя из него. Это страна, которая... Ну, тащи ядерную сброю у всей Украины. Конечно, это страна, которая входит в G7, в G20, которая входит в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Да? То есть министр не справился, его туда отправили на почетную ссылку. То есть взяли и даже тем же англичанам показали, что он нам тут не угоден, он слабый. Ну вот пусть у вас он там ходит там по, вдоль Темзы гуляет. То есть показывают отношение к дипломатической работе. У нас есть великие дипломаты. У нас есть Константин Иванович Грищенко. У нас есть Николай Станиславович Точицкий. У нас есть Александр Александрович Чалый. Это люди, которые в разное время были на топ-должностях дипломатического корпуса страны, участвовали в серьезных судьбоносных документах и решении серьезных геополитических проблем, которых была, находилась в тот момент Украина, и решали эти вопросы успешно. Но не они определяют сегодня работу дипломатии Украины и, как следствие, кто основной субъект внешней экономической деятельности, хто, чья квота міністра іноземних справ, квота президента. Якщо брати Чалого, то він за часів Порошенка був представником то України був Валерій Сполучених Штатів. А там було, є два Чалих, а я назвав Чалий Олександр Олександрович. Оба вони були в своє время, важливо, да, так, да. Оба із них були замами в своє время міністра іноземних справ. Чалый Александр Александрович был первым замом секретариата президента при Ющенко. Добре, а от якщо от, з іншої точки зору подивитися на питання саме от Марківа, якого заарештували і засудили до 24 років ув'язнення у Італії. Як ми знаємо, у нього було саме італійське громадянство. Щоб його не було, там можна було говорити за екстрадицію, за інші моменти. А ми бачимо, що фактично Володимир Зеленський вирішує питання щодо звільнення засудженого злочинця італійським судом, ще й з італійським громадянством. Чи це як трактувати? Дім, сложно дуже говорити, не знаю обстоятельств діла конкретних. Что мы знаем из средств массовой информации? И решение суда, из средств массовой информации, да, и мы можем обсудить то, что мы знаем из средств массовой информации, наши субъективные отношения, пользуясь нашим опытом геополитики, и так далее, мировой экономики. Гражданин Маркин, да, гражданин Италии, но и гражданин Украины, который воевал, участвовал в конфликте в зоне АТО, и, по данным итальянского правосудия, причастен к тому, что к убийству журналиста итальянских СМИ. И якобы это зафиксирован факт. По этому факту, когда он приехал на свою вторую родину, он был задержан и предстал перед судом. И суд проводил ряд заседаний, исследовал все факты и признал его виновным. Все, вот на этом вот то, что мы знаем, то, что президент вот так визит к Папе Римскому экстраполирует вот на конкретный вот этот кейс, ну, я думаю, что это результат отсутствия грамотного советника по внешнеполитическим делам рядом с президентом, такого весомого, который сказал бы, что ну, это не совсем соответствует мировой дипломатии. Вот такой вот конкретный кейс поднимать на таком уровне. Я еще раз говорю, на таком уровне, ну скажи, да,
защищать своїх людей надо, если есть на то основания. А якщо от подивитися, на то основания. Якщо подивитися на саме основу, ми ж розуміємо, що в Україні подвійне громадянство заборонено. І незважаючи на те, що він фактично порушив ще й українське законодавство, все ж таки ми бачимо такі смотрите, дії. Українське законодательство говорить, що воно може бути тільки одно, но при этом но при этом нету никакой ответственности за это нарушение. И, к сожалению, у нас уже получилось, что в обществе огромное количество украинцев сегодня имеют двойное, как в свое время шутил Игорь Валерьевич Коломойский, говорил, у меня тройное гражданство, поэтому тройное не запрещено, двойное запрещено, тройное нет. У нас половина парламента имеет двойное гражданство, это периодически в прессе возникает, вот недавно там по депутатам из «Слуг народа» подняли, что там есть венгерское гражданство, болгарское и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если мы поговорим сейчас в сторону об гражданстве, по сравнению с этим кейсом, там, где речь идет об убийстве журналиста, то наличие или отсутствие второго гражданства – это очень маленький, мелкий вопрос. Але все ж таки була практика в Порошенко, що людину, забрали украинское гражданство, когда был народный депутат, который выступил против Порошенко, он забрал у него украинский паспорт. Це ж був відкритий процес, і ми, до речі, не бачили таких аналогічних дій, якщо от брати цю справу Марківа. Йдемо далі до іншої теми. Продовжилася запекла галаслива суперечка між українським дипломатичним корпусом та екс-федеральним канцлером ФРН Герхардом Шрьодером. Газета «Мюнхенський Меркурій» опублікувала матеріал з назвою «Герхард Шрьодер як підкаст «Піонер», в якому процитована відповідь колишнього глави Німеччини на звинувачення українського посла в лобіюванні інтересів Путіна. У відповідь Шрьодер назвав представника України «безіменним карликом». У скандал втрутився і міністр закордонних справ України Микола Кулеба, заявивши, що такий тон дискусії є проявом слабкості. Отож, якщо ми подивимося на сюжет щодо конфлікту зі Шрьодером нашого МЗС, як ви можете його прокоментувати? І в чому, з вашої точки зору, саме причини цього конфлікту? Адже це для дипломатів це скандал і такого не повинно бути. Причины тут есть две. Одна причина глобальная. Этот выплеск вот этих вот слов от нашего дипломата был связан с тем, с продолжением строительства «Северный поток» между Германией и Россией. И он имел смысловую нагрузку следующего характера, что вот как вы нас поддерживаете, декларируете поддержку Украины, а продолжаете, вот ваш конкретно Шрёдер возглавляет такой концерн, который вследствие результатом деятельности которого нарушение экономических интересов Украины. Тут нужно разобрать вообще, насколько нас поддерживают, чтобы наши слушатели не тешили себя иллюзиями. Вот эти санкции, которые озвучивают кругом, и некоторые наши политики пиарятся, что вот мы добились санкций против России, нас очень сильно поддерживают. Мы должны понимать, что вот сидит сегодняшний канцлер Германии и точно не думает, как поддержать Украину. Вот точно не думает, и на повестке дня на 50 страниц возьми мелким почерком и не найдешь там украинского вопроса. У них есть свои экономические проблемы, у них есть свои проблемы занятости, у них есть свои проблемы мигрантов, у них сегодня проблема удержать Евросоюз, который разваливается, у них сегодня на грани объявления emergency в экономике 5 стран: Португалия, Испания, Италия, Кипр, Греция. Испания затребовала 350 миллиардов евро, Италия 450 миллиардов евро. Центральный банк находится во Франкфурте. Немцы определяют эту монетарную политику. Им есть чем заниматься.
И когда касается речи Северного потока, да, они будут его делать, потому что это им выгодно. И 300 лет они не будут думать, что об этом думают украинцы. Это просто для понимания, что когда рисуют картинку, что вот с нами немцы, с нами французы, с нами итальянцы, с нами американцы, не ерунда. Они со своим народом. И вот эти все посредники между нами и России в этом конфликте. Это все посредники, которые с удовольствием в этом участвуют. Там Минский формат, Нормандский формат. Они участвуют с одной целью. Не с целью решить украинский вопрос, а с целью, какая выгода будет для своих стран, да, в этой всей ситуации. Исключительно это. Вот меркантильный, прагматичный вопрос, исходя из этого. Дальше. А есть ли санкции? Есть ли вот такая действительно поддержка? Вот санкции против Ирана, они есть. Потому что, когда Америка вводит санкции, что запретить экспорт, запретить всем странам-партнерам Америки импорт нефти из Ирана. А нефть в Иране – это 97% экспорта. Это напрямую зависит бюджет. То вот это санкции. Когда Америка замораживает все счета в долларах во всех банках мира, которые на предприятиях и физлицах прямо или опосредованно связаны с Ираном. И на сегодняшний день таких денег только там в швейцарских банках 45 миллиардов заморожено. То вот это санкции. Аналогичные санкции против Северной Кореи. Аналогичные санкции были против Ливии в свое время. Кубы, Ирака. Разные примеры. Санкции против России – это исключительно политическая декларация, в которую попало 30 чиновников России – и попало туда 30 там, компаний России. Все. В ответ Россия ввела санкции даже сложнее против Европы, что перестала покупать часть европейские товары и начала делать импортозамещение на территории России. И сформировала для своего народа образ врага в этом случае и консолидировала массы. Поэтому надо понимать, что нам свои проблемы решать придется самостоятельно. Ну, так показывает картина. И решить мы эти проблемы можем только тогда, когда мы будем сильные, когда мы будем формировать нормальную экономику, которая будет обеспечивать, с одной стороны, нормальную армию, с другой стороны, нормальную инфраструктуру, когда люди тут будут хотеть жить, а не будут убегать отсюда любой ценой, искать работу в той же Германии и в той же Польше. Что касается вот этих, поэтому на фоне этого, когда мы видим геополитически, что той поддержки, о которой кричат, ее на самом деле нету, и тут получается, что ну действительно посол наш дает высказывание в прессе, немецкой прессе, против экс-канцлера Германии, который заслуженный, которого немцы избирали, ну, за счет того, что давали добро его партии, который долго канцлером пробыл, заслуженный человек для Германии. И тут приехал молодой новый посол и высказывается против него. Какая цель этого высказывания? Кроме того, чтобы взбудоражить общество. На Немеччину и Украину. Ухудшить, да. То есть вместо того, чтобы налаживать отношения, вместо того уходить от личности. Ведь когда мы говорим, что Шрёдер недипломатично назвал его карликом, он дал посыл, что кто ты такой, чтобы меня вот лично дергать. Ну, недипломатический посыл дал Андрей Мельник, потому что не переходи на личность. Скажи, что очень печально, там, дипломатично скажи, печально наблюдать, что в тот момент, когда у нас агрессия, в тот момент, когда Германия является участником нормандского формата, когда декларируется поддержка Украины, в этот момент высокодолжностные лица германского там, правительства в прошлом становятся лоббистами, фронтменами проектов, которые против Украины. Ты сказал то же самое, все поняли, но ты не перешел на личность. Так вот поэтому, вот тут вопрос уже к уровню дипломатии, прежде всего украинской. И вот тут вопрос к той целостной внешнеполитической, внешнеэкономической картине, которая ведется сегодня
нашим руководством. А в основе проблем кадровая политика. Потому что если бы грамотный, такой опытный дипломат был бы рядом с президентом, в кресле министра иностранных дел, в кресле посла, если бы это была структурированная кадровая система, которая давала бы вот такую вот дипломатическую вертикаль, и все было бы согласовано, то такие моменты бы не возникали. Потому что в итоге что мы получили? Мы получили микро, но на так называемый дипломатический скандал. Это не добавляет никаких вот улучшений и плюсов, и ситуации. И завтра будет какой-то там день открытых дверей в украинском посольстве, посвященный Дню независимости Украины, и какие-то какие-то высокодолжностные лица Германии, которые друзья Шрёдера, не придут на приглашение украинского посла. И наоборот, где-то какое-то возникнет напряжение в каких-то других технических вопросах. Ведь у нас же много вопросов. И те же вопросы заведения немецких инвесторов. Потому что маленькая Венгрия смогла добиться того, чтобы поставили завод BMW в Венгрии. Вот над этим должна была бы думать Украина и спросить этого посла, сколько ты завел инвестиций, какие ты завел предприятия в Украину, если мы говорим об экономической стороне, как ты поддержал наших несчастных трудовых мигрантов, которые вынуждены были выживать в Германии, как ты обеспечил образование на украинском языке для наших трудовых мигрантов, которые там находятся. Как ты сделал вот, упрощение для пересечения границы для семей этих трудовых мігрантів в ту или в другую сторону? І мені здається, я знаю, що, що будуть відповідати в наших дипломатичних установах. А що, ми повинні цим всім займатися? Невже? Ви знаєте, ви піднімаєте такі питання, які дуже важкі, важкі для наших дипломатів. Я когда-то имел опыт. В 15-му году был очень большой форум в Берлине руководств ассоциаций налогоплательщиков, бизнес-ассоциаций налогоплательщиков мира. Было представлено 70 стран от Австралии до Канады. Все Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, все были, Европа, все. И вот в Берлине была встреча, мы состыковались, я возглавлял тогда эту делегацию, вместе со мной был Шлопак, Александр, он тогда только ушел с должности министра финансов. Мы вместе с этой делегацией ездили. И мы связались с нашим посольством в Берлине, что, может, человек подойдет. Подошел экономический атташе, я не буду называть фамилии. И он говорит, какая нужна от меня помощь? Я говорю, ну как помощь? Может, вы тут нас с кем-то познакомите? Ну что, огромная делегация Германии. Там многие были... предприятия серьезные присутствовали, евродепутаты парламента. Притом этот руководитель в Европарламенте комитета по международным делам. Я говорю, у нас будут тут какие-то двухсторонние встречи. Ну, мы это будем говорить на английском языке, мы можем говорить, но вы, зная немецкий язык, может быть, нам поможете. Знаете, что он мне ответил? Он говорит, а у меня не такой уровень немецкого языка, чтобы я мог вам помочь. Ну, как переводчик. Я говорю, так нам не надо мега-профессионально. Ну, чтобы мы поняли, друг. Говорит, ну, не, я бы воздержался от этого. Я говорю, а сколько вы тут работаете? Он говорит, 5 лет. И вот тут я прозрел. Ну, знаете, если бы, например, там, я работал в Германии за бюджетные деньги Украины, экономическим атташе в Берлине, то у меня бы собака и попугай бы уже по-немецки бы говорили. Понимаете, это же отношение и к Украине... Вот со стороны и к Германии. И если у нас вот такие кадры работают на таких серьезных должностях, так это же вопрос и к послу, который должен был обеспечить, есть институт Гёте, который должен был обеспечить, да, приехал к нему человек, он учил там в международных отношениях, учил, допустим, французский и испанский. Угу. Поработал во Франции, перевели в Германию. Окей, вперед, садись учи. Садись учи и давай, каждый год сдавай по левелу. Начинай там с elementary и заканчивай advanced. Но за 5 лет, я говорю, собака бы уже заговорила на немецком языке. Поэтому это все отношения, это все вот эта кадровая система и деградация нашего вот административного ресурса из года в год.
Это нельзя говорить, что это проблема конкретно Зеленского. Он унаследовал разбалансированное внешнеполитическое ведомство. Но он не делает ничего, чтобы вот начать это выстраивать системно и четко. А для этого рядом с ним по этому вопросу должен быть конкретный человек, который может это делать. А мы идем далее до іншої теми. Фінляндський журнал «За мир», що виходить чималим накладом, звертає увагу на велику кількість вбивств, зґвалтувань, нападів та інших інцидентів з використанням нелегальної зброї в Україні за участю співробітників Національної поліції. В публікації «Арсен Аваков і безконтрольна зброя» звертається увага на відсутність об'єктивного розслідування та відмову Авакова не тільки піти з посади у відставку добровільно, а й взагалі брати на себе будь-яку відповідальність за критичну кримінальну ситуацію в країні. Натомість пан Зеленський продовжує покривати незмінного міністра внутрішніх справ. Отож, цікаве питання. Дійсно, проблема безконтрольної такої зброї вогнепальної, вона дуже серйозна. Ми бачили конфлікт на Донбасі, і ми розуміємо, що дуже велика кількість зброї потрапила на територію України в різні області. І ми бачимо все ж таки всплеск кримінальної злочинності саме з застосуванням цієї зброї. От з вашої точки зору, чи все робиться для того, щоб якось цю ситуацію змінити? Адже ми не бачили за всі ці роки жодної якоїсь дії, яке направлено на те, щоб цю зброю повернути і якимось чином вилучити. Всі ми пам'ятаємо, що раніше були певні такі заходи щодо купування незаконної зброї державою. І таким чином людина, яка здає зброю, така здача зброї. Ні, об'являлись дні або місячники. Так, так. Їх не звинувачували в тому, що вони щось не те роблять. Але от за Авакова ми не бачимо цих дій, жодного такого, я от не пам'ятаю, такої амністії фактично для тих, хто має незаконну зброю. Що коїться, в принципі, у цьому напрямку у нас в Україні? Я думаю, что вот рутинно вот такие дни добровольной сдачи одни проводятся, но просто мы о них можем не слышать, и они не определяют ситуацию в стране. Так еще на чему мы, люди тем паче их не чуют. Ну, может быть. Ну, это такой же узкий частный вопрос, который не решает глобальную ситуацию. То есть, когда растет преступность, все остальные хотят тоже вооружаться, чтобы защитить свой дом, свое жилище и свою семью. И сегодняшний день, я знаю, мне там, когда общаемся с друзьями за столом и заходит в эта тема, то многие говорят, что я там сплю, у меня там ружье под кроватью, у меня там пистолет где-то, потому что если там собака залает, чтобы сразу можно было реагировать на какую-то ситуацию. Многие возят с собой оружие даже в машине, делают какие-то разного рода разрешения под это. Ситуация плохая с оружием, ситуация очень плохая с криминогенной обстановкой в целом. По некоторым рейтингам мы попали в десятку стран самых опасных для жизни, с самым большим ростом преступности. И в этой десятке стран мы рядом с Суданом, мы рядом с Афганистаном, рядом с Ираком, рядом с ЮАР, где огромное количество жертв, именно летальных, на 100 тысяч населения, где исследуется. То есть это опять-таки, с одной стороны, это ведь когда заходит к нам инвестор, или когда от нас выезжают наши граждане, ведь они смотрят на страну в целом, да, анализируют, что нет инфраструктуры, анализируют, что развалена медицина, анализируют, что большой уровень преступности. И это либо останавливает тех, кто готов был бы зайти, либо подталкивает тех, кто хочет уйти. В этом плане действительно комплексно ничего не проводится, потому что что происходит у нас? У нас рассказывали долго про какую-то реформу нацполиции, рассказывали про антикоррупционные реформы, наплодили дополнительные органы, да, там, НАБУ, САП, НАЗК,
антикоррупционный суд, АРМА, ну вот разные органы один за другим наплодили, всем дали огромные зарплаты, какие-то гранды им дали, какие-то законодательства под них подводят, одни следят за другими, результатов работы мы не видим, видим только скандалы между ними, кто виноват, кто главный, не успела, смотрите, Венедиктова пришла, уже она с Холодницким воюет. До этого мы все следили, как Холодницкий воевал с Сытником, правильно? Потом долго воевали с Трубой. Сейчас воюют с теми, кто пришли после Трубы, и не нравится, что тот адвокат того поддерживал или не того поддерживал, и все вот это вот колотится. Ну, глобально мы имеем самый большой чиновничий и правоохранительный аппарат в мире на душу населения. То есть если в той же Германии 160 человек на одного чиновника и правоохранителя, в Польше 130 человек на одного чиновника и правоохранителя, то у нас один чиновник и правоохранитель на 30 человек. И возникает вопрос, вот, например, возьмем райуправление милиции в Киеве. Вот, допустим, Святошинское райуправление милиции, район Святошинский, районное управление милиции. 1000 человек. 1000 человек. Вы ночью готовы прогуляться с девушкой в Святошинском районе подземным переходом? Или прогуляться какой-то лесополосой в Святошинском районе? Или пройтись вот там вот как-то с ребенком или как-то, да? Да одному страшно. Одному страшно, вам будет поставить машину на парковку и пройтись. Дальше. А мы понимаем, какая реакция будет правоохранительная, если что-то произойдет. Многие сегодня там по поводу разбоя, ну, если на улице подойдут, заберут мобильный телефон, барсетку, или там дадут, сломают нос, даже в милицию уже и не идут. То есть этот формат преступлений, который относится к разряду средней тяжести, так называемая латентная преступность, на которую народ уже не реагирует, потому что понимает, что сейчас писать, объяснять, тратить свое время, брать адвоката, тратить деньги, сопровождать этот процесс, который ничем не закончится, многие даже не хотят. Потом возникают на фоне этого скандалы. Ну вот эта стрельба в Броварах между водителями маршруток, передел рынка. Вы мне скажите, возможен рынок, то есть нелегальные маршруточники, одна группа нелегальных маршруточников, воюет с другой группой нелегальных маршруточников. А скажите, может существовать такая субстанция, как нелегальные перевозки без милиции? Ну, это представить не надо, да? Это же до первого гаишника, до первого участкового, где они на его участке собирают, выгружают или загружают людей. До первого, да? То есть мы понимаем, что милиция крышует, а после этого они, когда берут в руки помповики и идут стрелять, они понимают, что милиция дает им эту возможность. И только когда общество со всех балконов позаписывало это на гаджеты и выпустило это в сеть, нужно было как-то реагировать. То есть мы говорим о том, что наши правоохранительные органы все в целом прокоррумпировались насквозь, в глубину. У нас получается, с одной стороны, раздутое Министерство внутренних дел, но с другой стороны, в каждом райотделе до 20% есть вакансий. То есть на сегодняшний день, если просто сократить в госслужбе страны в целом, в правоохранительной системе вакансий, то у нас из 1 200 000 людей, которые подали в прошлом году Е-декларации, вот пятая часть, это 250 тысяч, можно сократить только вакансиями без социальной нагрузки на конкретного человека. Только просто это надо делать. И что лучше, вот зададим друг другу мы вопрос, вот мы обыватели с вами, что лучше, 500 тысяч человек в Святошинском райотделе с материальным обеспечением и социальным статусом, как в Кагарлыке, где они всю ночь бухали и насиловали девушку, тоже был этот скандал, да, с нищенской зарплатой, с отсутствием перспектив квартирного вопроса решения, с вакансиями, с теми, что набирают в эту милицию,
того, кто только просится, кто готов и все остальное. Да? И люди не профессиональны, а моральны. И вот, как оказывается, вообще продеградированы, это же Кагарлык, это же не исключение. Это же произошел срез. А сколько было изнасиловано в других местах и не сказано. Сколько было оборудовано. То есть, а так вот что, я закончу мысль. Что лучше, 1000 вот таких милиционеров или пусть их будет 200, но это будет с правильной зарплатой, безупречная служба, 5 лет, квартира, поступление в Академию МВД, только если у тебя красный диплом, если у тебя там не ниже кандидата в мастера спорту по каким-то единоборствам, там бокс, борьба, рукопашный бой, только если ты хорошо закончил, не ниже четверок по пятибалльной системе, не ниже четверок закончил эту академию. Если ниже закончил, иди работай каким-то юристом в народное хозяйство. Если хочешь быть милиционером, ты должен быть элитой нации. Ты должен владеть иностранным языком, чтобы ты мог иностранцам оказать какую-то помощь. Ты должен быть с нормальным моральным обликом. Ты должен дорожить своей работой, потому что сегодня милиционер получает меньше, чем охранник любого бизнесмена, чем охранник любого ресторана, кафе, бара, банка. Социальное обеспечение соответствующее. Но нагрузка, ответственность несоизмерима. А от чому, з вашої точки зору, Зеленський не реагує, щоб цю ситуацію змінити? Невже він просто не бачить, що без міністра, який би зміг контролювати ці всі процеси і змінити їх на краще. Нічого не зміниться. І ми бачимо, що за ці 5-6 років ситуація от, з правоохоронними органами, вона не поліпшилась, вона погіршилась. Діма, от то, що ми зараз поговорили о правоохоронній системі, то же саме ми можемо зараз розложити образування, то же саме ми розложимо медицину, то же саме енергетика. І зачем розбиратися одним міністром? Вначале нужно розібратися з прем'єр-міністром. Должен прийти прем'єр-міністр не з рефератом, який ходить 100 днів по Верховному Совету, і всі з нього вже реально сміються. От як вначале Гончарук визвав недоумення на цьому самокаті, всі не поняли. Ну, думали, ну, може, він такий креативний, як в своє время, коли вперше Білл Гейтс приїхав в Стенфордський університет на лекцію відкриту, і в джинсах запрыгнув на стол, і сидя, болтая ногами, с учительского стола вел лекцию. Это было шок, ну вот такой необычный ход. Но только это был Билл Гейтс, понимаете? Вот Гончарук, наверное, хотел повторить, такой сделать неординарный ход, но только Гончарук, к сожалению, не Билл Гейтс, а вот это позор нации, которого выгнали, и сегодня он герой анекдота вместе с тем шоблом, которое его окружало. Вот. И аналогичная ситуация со Шмыгалем. Вначале думали, но этот какое-то имел отношение к производству, какое-то имел отношение к карьере на каком-то низовом уровне, точно недостаточном для премьер-министра. Но мы видим, что человек даже написать не может, не то что сделать, даже написать не может. Поэтому не решив проблему с премьер-министром, ну что говорить о министерстве? Если мы говорим о реформировании Министерства внутренних дел, что для этого нужно? Для этого нужно Министерство финансов, которое будет это финансировать, должны быть источники. Для этого нужно Министерство юстиции, которое будет регламентировать те или другие законодательные акты. У нас министр юстиции или на столе, или под столом, он тоже, или там в розовом костюме фотографируется. И на это тратит время. Понимаете, даже он для Фейсбука, он тратит время, день, поехать в магазин, одеть розовый костюм, салатовый костюм, сиреневый костюм, фотографировать, выставлять, писать посты. Это же день работы. Ему же не до законодательных документов, не до антирейдерских мероприятий, не до каких-то решений Европейского суда прав человека. У него костюмы в голове. И вот этот весь бардак окружает Владимира Александровича. То есть он пришел, чтобы менять систему, но пока он в этой системе, показал этот год, завяз как в трясине. И пока решить это может один, только кадровая ситуация. Я не устану повторять, что когда сравнивали Зеленского с Рейганом, окей, но когда Рейгана после первого срока спросили, как вы,
не имея такого базы вот, образовательной, а вот вы в основе своей были киноактером, потом была политическая, но в основе кино. Как вы разобрались в этом, медицина, военный курс? Он сказал, я в этом ни в чем не разбираюсь. Я разбираюсь в людях. Я беру специалиста, лучшего в этой отрасли, назначаю и снимаю проблему. И Рейган, да, киноактер, стал великим президентом Соединенных Штатов. Вот этот принцип Владимир Александрович не использует. Все остальное не работает. Потому что мы можем с вами разложить, что должен сделать премьер-министр. Но Иванов, Петров, Сидоров этого никогда не сделает. А грамотные люди это сделают. И аналогично любое отдельно взятое министерство. Я думаю, что с кадрами Зеленского досить серьезна проблема. И тем паче, если вот анализировать и сравнивать его даже с Рейганом, то все ж таки у Рейгана, у команды Рейгана были теж дуже суттєві прорахунки, и его дуже багато критикували саме за скорочення соціальних програм. Ми йдемо далі до іншої теми. У тілі капітана екіпажу «Боїнг», що зазнав аварії на сході України у липні 2014 року, виявили уламок у формі метелика. Про це заявив нідерландський прокурор Тейс Бергер на суді у справі MH17. Його цитує телеканал «Спутнік». У тілах членів екіпажу було знайдено 29 сталевих уламків. Один з фрагментів був у формі метелика, сказав Бергер. Цей уламок знайшли у тілі капітана екіпажу команди, уточнив він. Знайдені уламки мають більше схожості з ракетою «Бук» типу 9М38М1, ніж з 9М38, вказав прокурор. Ще один фрагмент у формі метелика виявили в кабіні капітана, повідомив Бергер. На мій погляд, це дурість, тому що всі ці ракети 9М38 та 9М38М1 були утилізовані у військах Росії задовго до конфлікту на Донбасі. Всі наші комплекси «Бук» оснащувалися ракетами, котрі сильно відрізняються від цих типів озброєння і зовні, і за характеристиками бойової частини, сказав військовий експерт, головний редактор журналу «Арсенал вітчизни» Віктор Мураховський. До цих пір питання жахливої катастрофи літака на сході України вкрай заполітизоване та не розв'язане. І от ми бачимо ситуацію з «Боїнгом», і вона дуже складна. І ми от зараз там все ж таки моніторимо і аналізуємо, як фактично за кордоном йдуть саме такі меседжі для аудиторії, яка в нас знаходиться за кордоном. З вашої точки зору, чому саме от такі меседжі показують закордонним телеглядачам? І от з вашої точки зору, чи в принципі є сенс розбиратися в Гаагському суді? Адже ми нещодавно бачили ситуацію, коли одна суддя з Гаагського трибуналу цього, вона вирішила все ж таки розслідувати злочини американських військових в міжнародному суді. І таким чином вони захотіли розслідувати злочини американських військових у Афганістані. І на таку заяву, на таке прагнення саме міжнародного суда з боку Сполучених Штатів Америки лунали заклики, що цей суд займається політичними справами, заважає демократичним країнам розвиватися, і таким чином погрожували навіть ввести санкції з боку Сполучених Штатів щодо міжнародного суда. А ми зараз придаємо таку значну увагу саме цьому процесу, хоча навіть Сполучені Штати Америки вже заявили, що це вони не вважають легітимним цей суд. Любой суд, і любой госорган или міжнародний орган является органом политического воздействия в том числе. Мы с вами никогда не слышали про какое-то большое влияние Всемирной организации здоровья, но мы сейчас увидели, насколько этот оказался важный орган в формировании экономической политики, двусторонних отношений между странами и сегодняшнего предвыборного политического кризиса в Соединенных Штатах, когда Трамп выступает против ВОЗ, а Байден выступает за. Аналогичная ситуация с судом. Любой суд – это люди. Это же люди, да? А люди имеют свои отношения, свои интересы, своих родственников, свои связи, свои слабости. На них воздействует то или другое решение суда, особенно международного, такого как Международный трибунал в Гааге, работает в интересах
той или другой стороны, которая добежит. Даже если суд беспристрастный, даже если суд примет решение, исключительно основываясь на нормах закона, то потом это решение все равно будет использовано в политических целях той или другой стороны. Поэтому, понимая это, эти две стороны не ждут решения, а влияют на ту или другую ситуацию. Недавно я читал статью, что, например, Европейский суд прав человека, что он наполнен судьями, которые прошли стажировку в международных образовательных центрах за гранты фонда Сороса. Ну вот для чего делал фонд Сороса эти гранты в этом для формирования Европейского суда прав человека? То есть для того, чтобы можно было влиять, для того, чтобы прощупать этих людей во время образовательного процесса, увидеть их подноготную, увидеть их слабые и сильные стороны, чтобы наладить с ними контакты, чтобы можно было им намеками, как это делают интеллигентно в Европе или в Америке, не так, как в Украине, телефонное право, прими такое решение быстро, да, а намекнуть, что вы знаете, тут нужно посмотреть, тут есть какие-то другие моменты, другие ситуации. Поэтому суд занимает ту или другую позицию в отношении Югославии, которая была ситуация, в отношении ситуации в Ливии, в отношении различных других стран. Америка не будет участвовать в этом суде и будет говорить о таких заявлениях, потому что Америка частый участник различных военных конфликтов на одной или на другой стороне. А что такое военный конфликт? Вот очень же узкая черта, да, вот точно как мы вернемся к делу Остерненко. Черта между самообороной, необходимой обороной, и убийством, она действительно узкая и требует серьезного определения. Это же субъективно. Вот когда мы вдвоем, два человека вместе, не дай бог что-то такое произошло, и доказать, что действительно была угроза такая одному, из-за которой было адекватное действие, и внутри военного конфликта, внутри, точно так же, насколько человек оценил, снайпер, например, да, оценил, что он выстрелил на поражение врага или выстрелил на поражение мирного жителя. Мог он это оценить, определить? Или он был в заблуждении, или он это осознанно делал? И убийство мирного жителя – это военное преступление. Убийство врага – это реализация военной задачи. Но у нас в Украине еще все больше гірше. У нас військовий стан чи немає, а мав право та людина зі зброєю знаходитися в тому місті. А чи могли оці добровольчі батальйони в принципі взагалі займатися тим, чим вони займалися? А як вообще в принципі у нас цей конфлікт задекларований на Донбасі? Дуже багато, тобто дуже багато, і особливо в таких конфліктах. Якщо почати углублення, копаться в этих вопросах, знаете, говорят, самый быстрый путь испортить отношения – начать их выяснять. Если войти в ситуацию разбирательства каждого действия, где был приказ, а где был преступный приказ, где было решение адекватное, а где было превышение, какие из-за этого получились результаты, нужно говорить о другом. Мы хотим мира, или мы хотим эскалации. Вот если мы хотим мира, то нужно и вести риторику мира, и вести риторику примирения, и вести, находить точки соприкосновения, чтобы был мир. Потому что пока мы с вами говорим, вот за сегодняшний день кого-то убьют, кого-то ранят. И когда касается речь конкретной семьи, и касается речь конкретного ребенка, или отца, или мужа, вот это страшно. И вот государственные деятели должны думать о будущем страны, а думать о том, чтобы вот эти подрастающие 17-летние выпускники школ смотреть на них и представить, и они должны пойти в институт, они должны поехать остарбайтерами клубнику собирать, или они должны поступить в престижный украинский университет и восстанавливать
нашу аэрокосмическую отрасль, восстанавливать наши, увеличивать нашу IT-технологии, создавать наше приборостроение, машиностроение. Вот об этом должен думать государственный деятель. А у нас политики, которые думают не об этом, что вот я сказал, а думают о том, как проголосуют и формируют свои заявления и выступления исключительно из-за того, как на это подумает избиратель, и как этот избиратель проголосует. Вот отличие лидеров Украины и, например, Нельсона Манделы, который пришел, и первое, что он запретил, первый указ запретил, с администрации президента Южной Африки запрещено было увольнять всех белых. Когда на таком ажиотаже, на таком негативе, на таком, вот он пришел к власти, он сказал, нет, это было вчера. И он не копался, не разбирался, не устраивал. Это было вчера. А сегодня мы один народ. И белые на своих должностях, они останутся. И преследовать их никто не будет. Потому что уже все собирали чемоданы, все собирали уезжать. Все думали, что сейчас пойдет поток беженцев белых. Что сейчас черные начнут брать топоры и устраивать, как делали с ними раньше. Да, несправедливо же делали. Да, наказаны, да, давайте всех в тюрьмы, давайте разберемся, заглянем 10 лет назад, кто кого преследовал. Но не пошла ЮАР по этой пути и стала самой богатой страной Южной Африки. И вошла сегодня в БРИКС, да, это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. В шестерку самых стремительно развивающихся стран мира. И возглавила африканский Конгресс, да, вначале Египет Мубарак возглавлял, потом ЮАР возглавил. Так вот, такое направление мы должны действовать. А вот с вашей точки зрения, еще мы дивимося на конфликт на Донбассе и вот приходимо до висновку, кому потрібно в першу чергу, щоб цього конфлікту не стало? Україні, Росії, Німеччині, чи Франції, чи Сполученим Штатам? Прежде всего, в Украине, конечно, потому что там наши люди, потому что там люди наши беженцы. Самая заинтересованная сторона в мире и в нормальном развитии этого конфликта, конечно, Украина. А все, для всех остальных вот, горячие точки, они всегда являются предметом игры крепких игроков. Вот есть зона отчуждения, да, стена между Северным Кипром и Южным Кипром, и там играют. Играют турки, играют американцы, играют европейцы, греки включаются через НАТО, так как они члены НАТО. Турки со своей стороны, американцы заводят флот. Вокруг этого используют, как добывать на шельфе между Кипром и Израилем, нашли нефть и газ, и американская компания сейчас добывает. Пользуются этой ситуацией, потому что хотели бы добывать киприоты, не могут, потому что только турки сразу говорят, да нет, это наш шельф, Северный Кипр же наш. Угу. И все, и уже ни киприоты, ни греки, ни итальянцы, ни турки этот вопрос решить не могут. Приходит крепкий дядя с шестым флотом ВМС США и говорит, у нас тут учения, а пока учения тут наши побурят. И все. А дальше уже договорились на тех условиях, на которых надо. Вот для чего горячая точка. Ну, молодцы, греки повоевали с турками, киприоты, сделали локальный конфликт, а пользуются крупные игроки. Так и тут. Есть локальный конфликт на востоке Украины, а пользуются будут крупные игроки. Многие же рассказывали вот, в публикациях, если там известных обозревателей международных отношений, посмотрели там того же Дмитрия Джангирова, другие известные публицисты пишут о том, что военный конфликт на востоке Украины является разменной картой военного конфликта в Сирии. Правильно. Еще он может стать и разменной картой там, какого-то конфликта в Африке, конфликта в Корее, к которому Украина не имеет никакого отношения. Но это интересно крупным игрокам. И вот одна хвилина до кінця ефіру. От с вашей точки зору, які кроки реальні Зеленський зробив для того, щоб вирішити цей конфлікт і щоб у нас в Україні був мир, особливо на Донбасі? Ну, эффективные или неэффективные шаги определяются результатами. Результата нет, потому что, насколько я знаю, последние информационные
данные говорят о том, что пострадавших в этом году даже больше, чем в прошлом году от этого конфликта. Поэтому ни о каких результатах говорить нет. То, что обмен пленными, он и до этого был обмен пленными. Не добились обмена всех на всех без условий. Поэтому пока не будет по международным вопросам грамотного человека, который может разрулить эту ситуацию, который может посадить за стол переговоров и принять решение, пока Зеленский не начнет заниматься кадровой политикой, вот пусть не занимается ни дорогами, ни экономикой, ни медициной, ни карантином, пусть займется кадровыми вопросами. Дякую. Новини про Україну або погано, або ніяк. Лише аналізуючи правдиву інформацію з відкритих джерел, а не з переможних реляцій влади, громадське суспільство зможе дати раду викликам сьогодення. Для вас у ефірі програми «Хто за нами стежить» на телеканалі КРТ працював ведучий Дмитро Василець, а у нас в гостях був Юрій Атаманюк. До зустрічі!